вами канал «Улица Москвы». Мы в районе Восточная Бирюлёва на улице Ягодная, названной так по существовавшей здесь ранее ягодным плантациям совхоза «Загорье». Ну и неподалеку располагалась деревня «Загорье». Которая и дала название, например, улице или проезду, между которыми проходит сия вот улица. Ну, микрорайон так и называется, Загорье. Вот это тут. Официально также некоторые дома нумеруются. Микрорайон Загорье, дом такой-то. Вот такие вот высоточки есть. Еще есть. Технопарк Загорье. Это, как я понимаю, офисные, что ли? Гостиница «Загорье». Поселок Загорье, правильно. Адреса. Вот этот дом. Поселок Загорье 8. Не микрорайон, а поселок. Это уже частности. Это все равно уже микрорайон. И вот здесь вот как раз эти дома. Еще с тех времен сохранившиеся, когда это не являлось частью города Москвы. Вот дом из двух этажей, например. Красота. Такие, наверное, обычно вот и были в рабочих поселочках. Может, чем-то Курьяново напоминает, может, чем-то, кстати, улицу Кирпичные Выемки в Южном Чертаново. Даже второе скорее. Вот дом-то уже все. Так вот ходит история. Вот в том еще горит свет.
что-то там сооружают за дом. Я не владею информацией вот по реновации в Восточном Бирюлево. И вообще, сколько тут этих домов. Но не исключаю, что это все может пойти под реновацию, конечно. Да, ну вот такой вот поселочек с Загорье сохранился в Восточном Бирюлево. Смотрите наш канал «Улица Москвы». Ну и ставьте пальцы вверх, если вам понравилось.